Всем привет! Сегодня у нас в продаже очень любопытная книжечка. Сейчас я вам ее полистаю, покажу эти красивые фотографии. Читать ничего не надо, ее просто брать и рассматривать. Смотрите, видите, где олени живут, всякие зверюшки. Книжечка 1954 года, Чехия. Сейчас я вам покажу этого дяденьку. Вот же он. С ружьем двухствольным. Это Карл Хаджек. Итак, ребятки, готовы увидеть кроликов? Смотрите. Там, где они живут, где они прячутся, все изображено. Как они вот сидят, как их вот в ловушке ловят. В общем, все про кролей, все про птичек. Я ее листал где-то полчасика, рассматривал. Очень интересная книжка. Вот смотрите, какую ловушку поставили. Это все тут написано, правда, тут не разберешь. Все на чешском языке. А вот, кто это такие? Маленькие какие-то птички. Природа, яички. Обалдеть. Это все, пацаны, фотографии. Представьте, фотографии 1954 года. Видали он? Запечатлели рождение маленькой птички. Обалденная книжечка. Ну, сейчас я вам покажу чуть дальше. Тут охота вообще, блин. Класс. Смотрите, какое стадо этих оленей. Это все фотографии. Это все кто-то фоткал. Рога. Скоро я, кстати, тоже рога выставлю на аукцион. Вот такие у меня где-то валяются. Не сайганка, ну какого-то маленького оленчика. Листаешь книгу и как в Discovery какой-то попадаешь. Смотрите, тут страниц, короче, огромное количество. Где же эта охота? Вот баранчики горные. Смотри, как прыгает. Вот же сейчас поехала. Нет, еще рано. Кабанчики дикие. Уточки. Все природа, жизнь, как говорится. Все плавают, замки. Короче, переходите по ссылочке. Кто хочет купить эту книжечку, я ее уже сегодня выставляю в продажу. Побороться за этот шедевр. А вот, вот же они, бородатые охотники. Конференция какая-то. Вот дед обучает женщину. Правильно шмалять по зверюшкам. Охотничья собака. А вот он, смотрите, сколько она стреляла. Красавчик. Вот она, охота пошла. Вот это уже повеселее. Как они тут он ставят эти всякие домики, откуда охотятся. Сейчас еще пару страничек покажу. Опа! Это кого они зовут? Собак? Настоящие охотники. Смотрите, сколько настреляли зайцев. Костры палят. Сразу настреляли, пожарили и схавали их. Вот это охотники модные. Смотрите, на каких тачках ездили. Как типа наша победа, но это не победа. Или победа. Очень интересно. А, да, это наша победа. С биноклями. Ух, какие охотники. А это уже крупную дичь. Раз, два, три, шесть. Семь человек и, наверное, штук 20. Ого. Вот это они налупасили. Офигеть. В общем, ребята, все страницы на своих местах. Обалденная книжулька. Уже сегодня в продаже.